На Петропавловском гидроузле провели ямочный ремонт автодорожного полотна. Выполнили работы по ремонту поста охраны и помещения операторов. Помимо прочего, проведены берегоукрепительные работы на Петропавловском и Сергеевском гидроузлах. О работе областного филиала «Казводхоз» отчитался Шугаиб Ибатуллин. Сергеевский и Петропавловский гидроузлы находятся в удовлетворительном состоянии и работают в штатном режиме. Шарыкский гидроузел с водохранилищем находится в аварийном состоянии. С 2016 года гидроузел работает в транзитном режиме. Но на сегодняшний день данное водохранилище полностью опорожнено. Водопропускная способность прорана паводковый период может безаварийно пропустить весь поступающий объем паводковых вод. В этом году планируют провести гидроизоляцию стен ГЭС, устройство железобетонного откоса нижнего бьефа правого берега Сергеевского гидроузла, восстановление деформационных швов. Также заменят уплотнительные элементы на затворах Петропавловского гидроузла. Диана Салихова, Матвей Колесников, МТРК.